Недра-Ненецкого автономного округа богаты не только углеводородами. На заседании Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу рассмотрен вопрос о перспективах освоения крупного марганцевого месторождения на территории нашего региона. Об этом на оперативном совещании главы региона с руководителями органов государственной власти проинформировал руководитель Департамента природных ресурсов агропромышленного комплекса и экологии Ненецкого автономного округа. Территориально это месторождение располагается непосредственно в близости от поселка Андерма, и в соответствии с предварительными оценками там больше 35 миллионов тонн запасов марганцевых руд, которые при этом не обременены такими тяжелыми и сложными в добыче металлами, как фосфор, и ожидаемое среднее содержание там больше 25% на тонну руды. Проект освоения марганцевого месторождения в Ненецком автономном округе поддержали. Он будет включен в план геологоразведки на 2022 год. После этого уже можно рассматривать данный проект для включения уже, как инвестиционный проект, подбирать инвестора, предусматривать льготы. По словам руководителя профильного департамента, проект разработки и освоения марганцевого месторождения в Ненецком округе был высоко оценен специалистами на федеральном уровне. В первую очередь потому, что Российская Федерация, как это не удивительно, но марганец мы импортируем. Это единственный металл практически во всей химической таблице, который мы полностью импортируем. Мы зависим в том числе от стран СНГ. Если проект освоения марганцевого месторождения будет реализован, то это станет импульсом для восстановления и развития арктического поселка Андерма на берегу Карского моря. Ольга Русул, Алексей Орлов, телеканал «Север».